Доброе утро, уважаемые телезрители. Меня зовут Непарада Вероника, я врач-эндокринолог. Сегодня мы с вами поговорим о методах лечения ожирения. Следует помнить, что ожирение – это хроническое заболевание, и лишние килограммы накапливались годами, поэтому избавиться от них быстро вряд ли получится. Важно подобрать для себя оптимальный режим питания и физических нагрузок, потому что если новый образ жизни не будет приносить удовольствия, а будет только раздражать, то достигнутой цели вы вряд ли достигнете. Золотым стандартом лечения ожирения является диетотерапия. Это наиболее доступный метод лечения. Не стоит увлекаться монодиетами или диетами с низким калоражем. В питании должны присутствовать все продукты, но в определенных количествах. Если же на фоне диетотерапии и увеличения физической нагрузки у вас не происходит снижение веса, стоит обратиться к специалисту для назначения некоторых лекарственных препаратов. Лекарственные препараты по механизму своего действия делятся на препараты, подавляющие аппетит, снижающие всасываемость питательных веществ и нормализующие гормональный фон. Но не занимайтесь самолечением, за назначением лекарственных препаратов обращайтесь к специалистам. На сегодняшний день самым эффективным и быстрым способом лечения ожирения признаны хирургические методы лечения. В ходе операции уменьшается объем желудка или протяженность тонкого кишечника, что позволяет достичь чувства насыщения гораздо быстрее и меньшими порциями пищи. Есть специальные показания для проведения хирургических методов лечения ожирения, и решение о проведении данного метода лечения у вас может принять только специалист. В следующем выпуске мы поговорим с вами о полезных привычках, которым стоит уделить внимание на вашем пути к похудению. Будьте здоровы! До свидания!